Пашинян на переговорах в Кремле ведет себя как халявщик, а не как партнер. Дай ему ТО, дай ему все. Хочется спросить его, а работать не пробовали? Как сообщает российское бюро «Репорт», об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко в своем телеграм-канале. Эксперт выразил свое недовольство по отношению к тому, что у армян отсутствует желание работать. Толпы бездельников бродят по Еревану, митингуют, работать не хотят. А Россия должна их всех дотировать, кредиты льготные давать, оружие поставлять, безопасность обеспечивать. Может, им просто нужен русский генерал-губернатор? Конечно, вы уже сказали, что вопросы экономического сотрудничества тоже очень важны для нас. И я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные с стратегическими инвестициями. И в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства.